Сейчас я расскажу, как можно довольно быстро выучить эту мелодию. Предлагаю ее учить небольшими кусочками. Допустим, первый кусочек 4 такта. Начинается от клавиши Ре. Движение мелодии вверх по соседним клавишам. Можете ставить на паузу, репетировать. Лучше всего учить небольшими кусочками и добиваться идеального варианта, когда вы уже знаете уверенно, не ошибаетесь. Только тогда идете дальше. То есть запоминаем, что начинается от ноты Ре. Приключить здесь есть Фа диез и До диез. Поэтому на белые клавиши Фа и До я буду один раз только тут нажимать, в особых случаях, когда стоит Фа бикар. Вот, поэтому от Ре, ми, фа, ре, до, ре, ми, фа, фа, соль, ля, си, ми. Был только один скачок. Си, ми. Остальное движение плавное. Ну вот здесь, да, терция через клавишу. Ре. В случаях мелодия вообще без рывков, то есть движется плавно вверх, от до до си. Ну вот, думаю, уже можно запомнить этот кусочек. Добавляем левую руку. Сначала добавляем только бас. Первый такт просто соединить, и вправо и влево и будет нота Ре с разрывом в 2 октавы. Когда в мелодии подходит четвертнота до, в басу будет ля. Когда фа диез, здесь нота ми. И на последнюю ноту во фразе, когда вправо будет ми, в басу ля. То есть в левой руке получилось всего 4 ноты. Ре, ля, ми, ля. Прям эту партию можно отдельно выучить. Ре, ля. Нота ля, да, фигурирует. До, тоника, доминанта, да, можно так запомнить. Повторим еще раз. Даже так уже звучит вполне интересно, но можно добавить левую руку, как в нотах написано. Здесь тоже запомнить легко. От ноты Ре мы строим квинту. То есть, если вы в музыке немного разбираетесь, да, то вы знаете, что такое квинта. Это интервал, который охватывает 5 ступеней. Ну, по-простому можно сказать, что нужно пропустить 3 клавиши. И потом взять опять ноту Ре. То есть по краям получается октава и внизу квинта. То есть по-другому пропущено 3 клавиши, а по краям будет такая же клавиша, ре-ре. Потом также от ноты ля, потом следующая нота ми. Также пропускаем 3 клавиши, по краям октава. И от ля то же самое. Ставьте на паузу и репетируйте. Ре, ля, ре. Потихоньку. Вот, теперь можно идти дальше. Следующие 4 такта в мелодии. Начинается с фа. Фа бикар, потом фа диез, скачок до ноты ре, потом 3 клавиши подряд до си фа. Здесь уже
уже чуть больше скачков, но опять-таки можно запомнить, где клавиши будут рядом. Допустим, первый такт в начале. Да? Клавиши по очереди. Фа, фа, диез, соль, ля. Потом скачок до ре. И опять три клавиши по очереди. До, диез, си. Потом опять скачок до фа. И по секундам, то есть самые-самые ближайшие клавиши. До, си, фа, ля, соль, диез, соль. В левой руке бас. Почти как был до этого, меняется только одна нота. То есть в предыдущем варианте у нас было ре, ля, ми, ля, а здесь будет ре, фа, диез, ми, ля. То есть получается только второй бас изменился. Можно выучить прямо отдельную партию ре, фа, ми, ля. Вместе с правой рукой будет так. Совпадает с ре, фа, диез. Потом ля совпадает с ми. И соль совпадает с ля. Вообще будет уже хорошо даже выучить мелодию сначала отдельно. Потом отдельно добавить только нижние вот эти звуки, как этап работы. Потом уже добавить в левый отдельные звуки, ну, остальные звуки. И дальше левую добавляем остальные звуки. Также квинта, три клавиши пропущены здесь у нас, да? По-другому охватывается 5 ступеней. 1, 2, 3, 4, 5. Клавиши все учитываются. Ре, ля, ре. Потом фа диез, до диез, фа диез. Можно запомнить даже положение руки. Оно будет всегда примерно вот одинаковым, да? Эти пальцы можно так зафиксировать и переносить просто на нужные клавиши. Дальше в мелодии будет повторение, как сначала. Все прям точности также и в левой тоже. Первые четыре такта получаются, и эти четыре такта абсолютно одинаковые. Последние четыре такта остается выучить. То есть таких четыре кусочка по четыре такта. Всего 16 тактов. И последние, да, четыре такта. С ноты ре начинается. И нисходящее движение. Начинаем с ноты ре. До диез, ре, си, соль, ми, фа, соль, си. Началось, так и закончилось на ноте ре, потому что это тоника. Это такой домик, в который мелодия вернулась. И мы чувствуем, что произведение завершено. Последняя фраза начинается с ноты ре, потом мы спускаемся чуть ниже на до диез. И опять от ноты ре движемся через клавишу. Очереди клавиши фа, ми, соль. Ну, я надеюсь, понимаете, почему я говорю по очереди, что для кого-то по очереди это играть просто по белым, но мы сейчас находимся в определенной тональности, в ре мажоре. И эта тональность имеет два знака, фа, диез, до, диез. То есть, попросту говоря, вот эти белые клавиши мы вычеркиваем, вместо них нажимаем вот эти черные. И получается
получается особый звукоряд. Ре, ми, фа, диез, соль, ля, си, до, ре, до, си, ля, соль, фа, ми. Поэтому, когда я играю гамма мажор, можно сказать, что я двигаюсь по ступеням, по очереди, да? Через клавишу, потом по соседним, скачок большой до си. И опять от соль через клавишу и на ноте ре. Заканчиваем. И остается бас добавить. Начинается он здесь с ноты си, получается. Потом двигается вниз на соль, ми, через клавишу и соседняя. Си, соль, ми, ре. Вот отдельно прям эту линию можно выучить как-то логически, да, что через клавишу, потом соседняя. И соединяем вместе с мелодией. Ре совпадает с си, потом ре совпадает с соль, си совпадает с ми, и ре совпадает с ре. Именно с этих нот мы и начинали в начале. Так, еще раз. Звуки в левой руке по такому же принципу. Пропущено три клавиши си, то есть мы нажимаем до, ре, ми, пропущено, нажимаем фа диез и по краям октава, то есть одинаковые звуки си и си. Потом соль, ре, соль, си. И здесь видно, как мы спускаемся вниз. Одновременно поиграть. Да, даже можно получить вот так. А потом просто эти звуки разложить. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, четверти, то есть мы совпадаем через раз. Вместе руки играют, потом одна правая, вместе одна правая, вместе одна правая. Конечно, если вы никогда раньше не играли на фортепиано, возможно, это произведение будет сложновато. Ну, хотя, если у вас очень цепкая память, то можно выучить, и даже вообще не играя на фортепиано, зная хотя бы клавиши. Более всего реально это выучить человеку, который уже более-менее знает ноты, имеет небольшие представления о музыкальной грамоте. И такой разбор будет, ну, просто подспорьем для более быстрого, легкого разбора. Спасибо.